Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем тему развития волонтерства в России. И в гостях у нас председатель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Здравствуйте. В 20 веке добровольчество стало приобретать черты всеобщего социального феномена. И сегодня в развитых странах мирового сообщества практически 3/4 дееспособного населения, только вдумайтесь в эту цифру, принимает участие во всевозможных добровольческих акциях милосердия. Развитость волонтерства и благотворительности – это всегда является показателем уровня культуры общества, гражданской позиции его населения. Волонтерство сегодня – это бескорыстная и добровольная деятельность на благо других, выходящая за рамки дружественных и семейных отношений. Это показатель, который, возможно, наиболее точно отражает уровень гражданской активности и установку на общественную деятельность. Вот мнение на эту тему нашего эксперта, президента Культурно-просветительского русского фонда Алексея Вайца. Нашему народу, как никакому другому, очень близко чувство сострадания. И вот эта вот безразличность, присущая там западной цивилизации, такая легкая отстраненность, она у нас называется теплохладность. Наш человек горяч, далеко в глубине, в сердце, будучи под спудом вот этой бюрократизированной системы, он все равно что-то хочет менять. Наш человек еще отличается тем, что у него есть мечта. И когда молодые люди устремляют свои взоры в будущее и пытаются что-то делать, то государство, власть, общество чутко должно прислушиваться к этим слабым сигналам, увязывать их и направлять, а то и создавать условия для их развития. Потому что из этих вот вологодских кружев инициатив молодежи и, собственно, будет вырастать наше будущее полотно, наша будущая ткань общества. Юрий Сергеевич, вы согласны с этой позицией? Мне очень близко то, что сказали сначала вы, что действительно участие общества в делах милосердия – это действительно уровень культуры общества, уровень развитости общества, гражданской активности. Мне очень близко то, что вы говорите, и поэтому для меня очень важно, когда мы организуем волонтерское движение, мы его организуем не только ради подопечных, детей, там, стариков и так далее, но и ради вот молодежи, ради тех, кто может встретиться с теми, кому трудно. То есть для нас очень важно вот это единое пространство взаимного общения, помощи и так далее. Вот. К тому же, что говорил Алексей, мне не все близко, оценка Запада, может быть, не очень мне близка, но мне близка его позиция относительно государства. Что действительно перед государством стоит сегодня такая задача, и вот образ Алексея с кружевами и тканью, он очень точный действительно. От государства вот именно потому, что это вот та самая гражданская активность людей, требуется не закручивать гайки, а поддержать, чтобы дать возможность людям показать прежде всего самим себе и друг другу, ну ведь мы что-то можем. Вот мы захотели, и вот подари жизнь, вот теперь уже там тысячи детей, они здоровы, да, там. Мы захотели, вот волонтеры в помощь детям-сиротам, и это значит, что тысячи детей теперь усыновлены. Это же очень сильно на самом деле. Есть интересная статистика. По данным социологических исследований, 58% волонтеров заявили, что лидирующий мотив участия их в добровольческой деятельности – это желание быть полезным, помогать нуждающимся. Значительно реже люди занимаются этим с целью решить определенную проблему. Таких всего 14%. Отплатить людям добром за добро пытаются 12% добровольцев. Некоторые также отмечают, что становятся добровольцами люди ради частного собственного удовольствия. Их 17%. Интересно времяпровождение – 12%. И получение полезных навыков и новых знакомств – по 5%. Юрий Сергеевич, по вашим наблюдениям, эта статистика имеет место быть? И насколько православная мотивация участия в добровольческом движении, волонтерском движении, она отличается от светской? Эта статистика имеет место быть, и я бы сказал, что она действительно очень близка к тому, что есть в нашем волонтерском движении, в той области, где мы работаем, в больницах, в сиротских учреждениях, с бездомными и так далее. Думаю, что в светских организациях она может быть даже немножко другая, но здесь такая. Как она соотносится с православием?
Трудно сказать, потому что мне, как человеку, организующему волонтерскую работу, ну вот с больными детьми там, или сиротами, мне как раз важно именно то, о чем вы сейчас говорили. Потому что, буду откровенен, я немножко даже побаиваюсь, когда человек ко мне приходит на собеседование и говорит: «Я пойду в больницу, потому что так написано в Евангелии». А я ему говорю: ну, я полностью разделяю, я христианин, я доверяю Евангелию и эту заповедь полностью признаю. Но, а скажите, а что вас лично все-таки привело? И если на это человек говорит: меня лично ничего, но я обязан исполнить заповедь. Да, это очень грамотно. Я таких людей, честно говоря, побаиваюсь. Вот, потому что если человек приходит к ребенку, у которого вчера там, ну, давайте будем так красочно говорить, вскрыли череп, была операция там на, да, какая-то там, но на голове сделана, в голове, потом его зашили, и с ним нужно обращаться очень бережно и так далее, и так далее. И если у человека внутри нет ничего человеческого, а есть только цитаты заповедей, то, пожалуй, я подумаю на самом деле. То есть здесь есть некая селекция именно по духовному критерию, духовного наполнения человеческой души. Для меня духовным является прежде всего именно общий какой-то, ну, может быть, евангельский настрой. Совершенно если верно. Человек говорит: я христианин, я верю во Христа, и поэтому я должен или призван свою веру иметь не только для себя, но и показать, что я христианин, как бы другим, показать Христа другим, но при этом, и вот тут я жду от человека, он скажет, например: мне жалко детей, или я в детстве болел, и помню, как мне было грустно, и хочу помочь, или у меня бабушка, она меня научила с детства там добрым делам. Вот я жду вот этого «или». Я жду, что христианство, оно не бывает только в виде цитат, оно бывает только в виде пережитого лично чем-то. И тогда я знаю, что вот если человек приходит именно как человек-христианин, а не как цитата, действительно его служение может быть и очень ответственным, и гораздо более длительным, чем у других людей. Этот человек в христианстве черпает силы для добрых дел. Это правда, это все правда, действительно. То есть он не выгорит и не очень скоро разочаруется, да, как да. это обычно происходит. А если он просто цитирует Евангелие, по нашему опыту, этот человек выгорает очень быстро, потому что ничего личного тут нет. И если такой человек на собеседовании так себя ставит, но при этом он не говорит ничего плохого, конечно, мы его пускаем в больницу. Ну, конечно, потому что в больнице есть все равно волонтерская группа, есть координатор. Но если человек внутренне не меняется, а продолжает вот как такой маленький часовой механизм туда ходить, то он действительно очень быстро вдруг понимает, что силы-то кончились, что у него уже нет возможности вставать там в 7 утра и ехать там к 9 в эту больницу, к детям там или еще куда-то. И он не может себя заставить. И он не видит никак. А вот если у человека есть внутреннее что-то, он даже себя не заставляет. Он, наоборот, ждет того дня и того часа, когда он придет к детям. Понимаете? Вот это очень важно для меня. Юрий Сергеевич, есть еще один очень серьезный аспект этого вопроса. Ведь когда человек участвует в благотворительности, он же начинает себя видеть праведником, он начинает чувствовать, вот если нет вот этого стержня смирения, именно духовного стержня, на котором должна базироваться душа и все мотивы человека, да, то тогда ведь гордыня может просто, он будет ходить и смотреть на всех окружающих, как уже на что-то такое. Я могу сказать так, что я разделяю то, что вы говорите, но это проблема уже его и священника, это не моя проблема. Вот. Я точно знаю, что ни одного случая, когда люди из таких позиций навредили подопечным, мне неизвестно. И помните, у апостола Павла есть такие слова. Апостол, я сейчас своими словами, да, он как-то говорит: лишь бы проповедовали Христа. Кто-то проповедует Христа из зависти, кто-то из попытки представить вот себя каким-то таким значимым, кто-то, может быть, чтобы кому-то что-то доказать и показать. Мне, говорит, все равно. Лишь бы проповедовали Христа. Вот в этом смысле я могу сказать действительно, что очередь к детям-сиротам, чтобы их усыновлять или что-то, очередь к детям в больнице не стоит. И в этом смысле я лично считаю, пусть человек встретится вот с этим добром, ощутимым, живым, настоящим. Согласен. Чем он будет сам себе, потому что я встречал людей, которые вот о том, что вы говорите, они как бы себе этим забор ставят. Ну как же так, а я возгоржусь. Ну сиди дома тогда, понимаете? Ну, то есть, если возгордился,
У тебя есть священник-духовник, вот с ним и решай эту проблему. Вот, если хочешь мое мнение, я могу сказать, наплюй на это и иди дальше к детям, потому что они тебя ждут. Ведь понимаете, что самое-то трогательное, когда наши волонтеры приходят в больницу, двери лифта открываются, а напротив сидят дети. Понимаете, дети-то ждут. Юрий Сергеевич, вот я вас слушаю, знаете, и не то, что даже самому хочется стать волонтером, а понимаешь одну очень серьезную вещь, что правильное волонтерство и правильная организация этого явления, оно помогает не только тем людям, которые нуждаются в помощи, но и тем, кто эту помощь оказывает. Предлагаю посмотреть мнение эксперта о советах для начинающих волонтеров. Надо это серьезно, во-первых, обдумать и понять, кому вы хотите помогать, потому что помощь, она очень всесторонняя и очень много направлений. Это вы можете помогать детям, старикам, бездомным, собакам, кошкам, там, спасать кого угодно. То есть деятельность, она обширная. Вы должны в первую очередь понять, что вам интересно, и что вы хотите, и сколько вы можете потратить на это времени своей жизни. Наверное, все зависит от целеполагания, зачем мы этим занимаемся и зачем мы сюда приходим. То есть если мы сюда пришли для того, чтобы помочь, действительно, спасать, то тогда, наверное, мы можем вынести буквально любое как. Что бы ни произошло, что бы ни случилось, насколько не было бы тяжело, всегда рядом будут друзья, такие же ребята, которые работают в этом направлении. И они всегда поддержат, помогут, и тогда вы сможете продолжить свой труд. Нет ли у вас ощущения, что социальный проект имеет общефедеральное значение по той простой причине, что отчасти благодаря вот вовлеченности молодых людей в волонтерство, ведь решаются сразу несколько таких очень важных проблематик. И занятость, и формирование правильного стержня личности человека, гражданина своей страны, патриота своей страны, и воспитание в человеке роста, жертвенной любви по отношению к другим людям. Вот насколько между волонтерскими организациями существует некая консолидация, некий обмен опытом, может быть, существует некая центральная такая структура, которая фактически распределяет и определяет стратегию поведения волонтерских организаций в России? Ну, здесь как бы два вопроса. Ну, сначала на первый, насколько это значимо федеральный, да? Ну, вот на нашем примере волонтерского движения «Даниловцы» я могу как сказать. У нас сейчас в орбите, в нашей внутренней, порядка 800 волонтеров. Это молодежь. Это Москва? Да, мы говорим о Москве, мы работаем, конечно, в Москве. Вот. Ну, почему, конечно, потому что мы пока не созрели ресурсно работать где-то еще. Это, сами понимаете, транспорт там, ну, это очень для нас пока непросто. Ну вот, порядка 800 человек. Это же действительно, вот я говорю, что это школа как бы личного роста, но ведь это действительно и в том числе школа такой гражданской ответственности. Совершенно верно. Школа участия в том, что вот оказывается больница рядом, это не то, что, как бы... Пускай там, да, что-то там происходит. А это то, что ко мне имеет отношение. Это то, где я могу принять участие. Или детский дом. Поэтому сейчас даже вот идут некоторые дискуссии. Дискуссии о регламентации присутствия волонтеров в разных учреждениях. Я здесь занимаю вот какую позицию. Если город Москва хочет, чтобы больницы, там, детские дома, чтобы они регламентировали присутствие волонтеров, вы только помните об одном. Если гайки будут закручены, туда не придет молодежь. Но если вы хотите работать с молодежью, если вы хотите, чтобы это действительно были не праздно шатающиеся там или сидящие в компьютерных играх, а были вот зрелые, ответственные люди, которые отвечают вот делами своими и за город, и за людей, и за ближних, то тогда откройте двери. Наоборот, открывайте эти двери, потому что людям нужен этот выход добра. Это очень важно. Вот. А вторая часть вопроса, есть ли среди волонтерских организаций консолидация? Да, есть. Я могу сказать, что опыт регионов мне знаком мало, но подозреваю, что там этот процесс только начинается. Москва, ну, как сосредоточение такой, ну, как бы и организации, и людей, да, поэтому здесь как-то все побыстрее немножко. Да, действительно, в Москве есть две ассоциации. Одна ассоциация благотворительных фондов, называется «Все вместе», а одна ассоциация волонтерских организаций, именуется «Союз волонтерских организаций и движений». Выросли они снизу, да, там никаких нет там ни бюджетных денег, никаких, ну, грубо говоря, каких-то бонусов, там ничего этого нет. Есть именно сотрудничество ради совместного дела. И в этом смысле, конечно, эти организации благотворительные, что для меня очень радостно, но в то же время, ну, как сказать, удивительно, почему это никому не пришло в голову раньше. И, к сожалению, даже внутри православного сообщества,
сообщества таких нет, таких объединений. Эти организации научились делать совместные проекты, делить ресурсы. Ну что значит ресурсы? Например, вы руководитель фонда, вам кто-то позвонил с завода, говорит, подарю тебе вагон кроватей. Но они вам не нужны, вы не работаете там с инвалидами. А вы мне позвонили, вы не отказали, а мне позвонили. Говорите, возьми кровать. Я говорю, а мне надо, давай кровать. То есть люди научились делиться ресурсами, вещами там и так далее, и так далее. То есть создается некая общая площадка. Конечно, технологиями даже. И это все, ну, в Москве действительно создало такое пространство очень бурного роста вот этих и взаимной поддержки организаций. Это правда. То есть, отвечая на вопрос, да, это есть, да, это возрастает, очень позитивно. Насколько церковное сообщество поощряет вот ростки волонтерских движений, инициатив, и насколько находится общий язык между, скажем, волонтерскими организациями внутри церковной ограды и вот теми объединениями, которые действуют вовне? Безусловно, это такая тема, в которой, грубо говоря, делить нечего, а нужно только вместе работать. И поэтому здесь все очень позитивно. Вот есть синодальный отдел по социальной работе, который представлен в Москве службой милосердия. У них очень много волонтеров, они очень много делают. И эта служба очень тесно сотрудничает с благотворительными организациями, ну, не церковными, так скажем, да? Но если мы будем говорить уже о конкретных храмах, то нужно честно признать, что пока там недостаточно развито вот это вот как бы социальное присутствие даже там, ну, в тех домах, которые рядом. Ну, мне понятно почему, потому что очень ограничен ресурс, и есть еще там ряд причин, но тем не менее потенциал здесь есть, конечно. То есть вот синодальный отдел социальный задает всем, ну, как бы планку, и пример дает. Это возможно, это позитивно. Действительно идет взаимное сотрудничество, совместные проекты. Это все очень здорово. А надо, чтобы храмы подтянулись. Надо, чтобы и в храмах это тоже было. Да. В храме, вот рядом с домом, где я живу, приход во имя Владимирской иконы Божией Матери достаточно давно и успешно действует объединение, которое приводит деток из детских домов и на выходные устраивает их в семьи, угу. Вот для некой адаптации, для некой социализации, для того, чтобы дети хоть немножечко вкусили вот этого вкуса нормальной семейной жизни. Мне кажется, это очень, очень удобно, очень хороший формат вот такого прихрамового явления. Это, в общем-то, тоже волонтерство, по сути. Насколько вы считаете перспективным призыв церковному сообществу, призыв конкретным приходам об организации такого рода форматов, доступных и не финансово затратных по своей сути? Да, и насколько вы видите в этом перспективу? Ну, безусловно, перспективы есть, и все, чем мы можем помочь сиротам, это нужно делать. Но я бы все-таки хотел обратить внимание все-таки на профессионализацию этой темы. Ребенок из детского дома – это не собачка. Вот если обычные дети растут в семье, да, вот у вас, я знаю, да, несколько детей, у меня трое детей, и мы этого не замечаем, но ведь одно то, что вот вы приходите вечером с работы, да, там вы там дома на выходные что-то с детьми, вы для ребенка как бы ключевой взрослый. Вот для ребенка есть там какие-то другие люди, а есть папа и мама. Вот они вот ключевые на определенном этапе. И в этом смысле одна из важнейших проблем по отношению к сиротам, чтобы у них взрослые не мельтешили перед глазами. Если какая-то церковная семья хотела бы ребенка вот так как бы патронировать, так вот пусть она заранее оценит свои силы, чтобы потом, как собачонку, не сказать... Ну да, чтобы не было травмы психологической. Да, конечно. Ребенок, он... Вот это мне рассказывали специалисты, те, кто в этом участвует, он раскрывается как цветок, но вот если есть вот эти отношения, которые сложились. А если он как футбольный мячик, сегодня там у вас, завтра у меня, послезавтра у третьего человека, он не раскроет. Ему это ничего не даст. Наоборот, в нем это будет развивать потребительство, потому что вы его видите первый раз в жизни, что вы первый раз в жизни предлагаете? На мороженое, пойдем там в кино, там, да. Вот. А когда подольше, там уже не так. Там же уже вы скажете, почему на столе грязно, почему не убрал обувь там, почему это? А ребенка-то воспитывает и то, и то. Я поэтому говорю, что это перспективно, и потенциал у церковных семей огромный, потому что очень много людей отзывчивых, очень много людей, желающих помочь. Но призыв – будьте внимательны. Это не собачки, это живые дети, которым нужно помогать. Юрий Сергеевич, от всего сердца благодарю вас за интересный и нужный людям разговор. Вновь вам желаю помощи Божией в ваших трудах, спасибо. Исполнения всех задумок. А я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский.
С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч. До свидания.